когда тебе рожать? Через 3 недели. Ариш, ну неужели без академотпуска никак? Ты же с мамой живешь, она поможет тебе с ребеночком. Да, у мамы у самой проблемы с сердцем начались, так что теперь ей нужна помощь. Вот что за парень такой? Ребеночка сделал и бросил. Да вы за меня не переживайте. Я справлюсь и обязательно вернусь к вам через год. Я обещаю. Спасибо большое. Ты береги себя, Аринушка. Хорошо? Угу. Надеемся увидеть тебя через год. До свидания. Да. Не вернется она. Очень жаль. Такой хороший голос. Ариша, держи. Там уже по поводу шашлыка возмущают. 5 минут, и курица будет тоже готова. Он скромный был и вовсе не взлетал. Держи. Да, я принес туманность, а намер. Это вам? Слушай, Ксюха, а у Арины все еще никого нет? Ты же знаешь, она всем вышивает. А ты? Дурак. Пожалуйста. Прошу, это все? Девчонки, никто не хочет подзаработать сегодня. А что за работа? Кейтеринг, как обычно. Вечеринка человек на 100. Я согласилась еще пару недель назад, но дико устала, не хочу. Далеко отсюда? Нет, в центре, но начинается днем. Не допоздна, поэтому ты еще на смену успеешь. Нет, метро в час пик. Я пас. Смотри, можно и на такси. Платят очень хорошо, плюс. Остается еще очень много продуктов и делятся между персоналом. А я бы поехала. И продукты лишними не будут, и деньги нужны. Ариночка, ты моя спасительница. Я отправлю тебе адрес. Угу. Хорошо. Так, а ну быстро по домам высыпаться. Еще вечером наговоритесь. До вечера, тетя Галя. Пока, Оксаночка. До свидания.
Пока. А вы тоже не задерживайтесь. Пока-пока. Все, бегу-бегу. Пускай обходят стороною тревоги, пускай глаза твои останутся добрыми, самыми чистыми, пускай дождями размывает печали. Пока, Антон. Пока. Девчонки, пока. Пока. Пока, спасибо за работу. Пока. Счастливо, до завтра. Ах, Аринушка, какая ты молодец. Талантище. И голос у тебя приятный, и он усталость как рукой снимает. Спасибо, Сильга. Только это так, наброски. Мне вот чего-то не хватает, никогда писать не могу. Любви не хватает. Влюбиться тебе надо. А вот это, тетя Галь, упаси Боже. Арина, подожди, есть разговор. Тетя Галя... Туалетами займитесь. Арина. Ариночка. Mm. Ты очень хорошо поешь. Спасибо. Правда. Даже жаль, что вся твоя публика – это уборщица. Слушай, а хочешь я… Уволю нашу певицу, а тебе отдам ее место. Это как? Но разве ты не знаешь, как это делается? Я давно за тобой наблюдаю, какая ты красивая. Вот спасибо. Только так мне не надо. Можно подумать. Ну и будешь всю жизнь с подносами бегать. А на старости лет, как твоя подруга, сортиры драить. Рима. Рима. А который час? Пора. Васька скоро проснется. Завтрак в постель, как я обещал. Вадим, когда ты уже с ней поговоришь? Я так устала прятаться от Васьки, а из-за нее от всего мира. Жениться мы тоже будем? В тайне? Нет. Жениться будем открыто. И Васька будет на свадьбе. Когда же? Рим, моя жена умерла 3 года назад. Я выбрался из этого ада благодаря тебе, но Васька, она еще очень ранимая. Не поймет, будет бунтовать. Ну,
как бы чего ни случилось. Солнышко, я так хочу, чтобы все узнали о нашей любви. Дай нам с Васькой еще немного времени. Немножечко. О, мам, я и не заметила, как ты пришла. Доброе утро. Садись кушать. Давай. Спасибо. Ну, как у тебя дела? Вчера в музыкальной школе вывесили список лучших учеников. Угадай, кто стал лучшим пианистом. Моя ты умничка. Третий год подряд. Я очень горжусь тобой. Кушать. О, бабуль, доброе утро. Доброе утро. Садись завтракать. Доброе утро. Привет, мам. Как ты себя чувствуешь? Ничего терпимо. Идем. Ненавижу тебя! Привет. Привет. Уже не спишь? Это хорошо. Хочу послушать, как ты готова к вечернему занятию. Нет. Давай лучше в настольный футбол сыграем. Давай ты все-таки сначала сыграешь на фортепиано, а потом... Так и быть, футбольная пятиминутка. Нет. Сначала футбол 20 минут, а потом уже твое нудное фортепиано. Во-первых, фортепиано — это самый веселый инструмент на свете. А во-вторых, 10 минут. 20 и не минуты меньше. 15. Ладно, так уж и быть, 19. Да хватит торговаться. Ты сам меня учил торговаться до последнего. Вот и будешь торговаться по дороге к фортепиано, а то еще в школу опоздаешь. Нет, по дороге к футболу. Так, ты иди собирайся в школу, а я сама помою. Спасибо, мам. Из больницы звонили? А ты звонила? Чайник давай. Мам. Звонила вчера. Передо мной в очереди 23 сердечника на эту же операцию. Ну как же так, а? Ну почему опять 23? Не хотят они делать бесплатные операции. Нет, не все. Покажи свою кисть. Она у тебя зажата.
Она должна быть расслаблена. Расслаблена. Пальцы ближе к черным клавишам. Поняла? Смотри. Теперь в четыре руки. А давай мамину любимую мелодию. Я ее хорошо знаю. Давай. Здравствуйте, дядя Саша. Купил? Купил. Куда же я денусь? Ну, наконец-то! А то уже у всех в классе есть, кроме меня. Никит, подвезти? Садитесь давайте. Целых 5 минут. Зашла в буфет купить шоколадку и ушла. И так целую неделю. Мы не можем Василису удерживать насильно, Вадим Александрович. Не имеем права. Я понимаю, но как заставить ее сидеть на уроках? У нас есть очень хороший детский психолог. Мы были у психологов. Маму они не вернут. Не вернут. Васе, конечно, не хватает материнской любви. Но, может быть, другая женщина могла бы дать ей это. Ведь в конечном-то счете чужих детей не бывает, понимаете? Когда мы с Вадимом поженимся, я уговорю его отправить эту мерзкую девчонку учиться за границу. С глаз долой. А сами обзаведемся общими детьми. Я с тобой тут на все 100%. Кстати, в Лондоне есть специальная школа для таких ненужных детей, как твоя Васька. Она, конечно, очень дорогая, но стоит того. Кстати, помнишь моего бывшего Арсена? Сори, смутно. Так вот, когда мы с ним поженились, я отправила туда двоих его сыновей. Они, по-моему, до сих пор еще там. Ладно. И его новая жена должна быть за это мне безумно благодарна. Боже, какая ты умница, Стелла. Ну что, где она? Да как всегда. Какой счет? Наши ведут. Кто бы сомневался. Ладно, пусть доиграет. Вези ее домой. У нее занятия по фортепиано в 5. Угу, понял. Молодец, молодец. Здравствуйте. Я официантка вместо Оксаны. А что, Оксана опять сачкует? Просто у нее сегодня не получилось. Угу, понятно. А где остальные?
Какие остальные? Шеф-повар, помощник и официант. Как? Подождите, но ведь мероприятие на 100 человек. Как же я одна справлюсь? Вы не переживайте, я вам помогу в зале. Кстати, меня Таня зовут, а это Мария Семеновна, моя свекровь. Арина. Очень приятно. Готова приступать? Конечно. Накалывай на шпажке маслины и клади вон на то блюдо. Хорошо. Давай ешь с бутербродом. Ешь, ешь. Бабуль, расскажи мне о моем отце. Ну, что тут рассказывать? Я же его совсем почти не знала. Он сразу... Разбился на самолете? Да. А что тебе мама о нем рассказывала? Очень немногое. Да мне тоже. Да что тут скажешь, царство ему небесное. Я же и пианистом решил стать, потому что он был. Угу, да. И они с мамой очень друг друга любили, да? Безумно. И? Кстати, по поводу дня рождения мамы. Ну, что мы такое вкусненькое с тобой приготовим? Давай Наполеон. Ну, Наполеон был и в прошлом, и в позапрошлом году. А давай... Давай попробуем шоколадный торт. Давай попробуем. Угу. А я сегодня в центр поеду за подарком. Никиточка, подожди пару дней, я вот пенсию получу и... Так у меня есть деньги. Я копил. У вас прям семейный бизнес? Да не совсем. Просто Данюша мне помогает иногда. Просто у меня выходные дни, нечего делать. Муж дальнобойщик, постоянно в рейсе. Не скромничай. Просто ты самая лучшая невестка на свете. Арина, а ты замужем? Нет. А выглядишь мамочкой. Так и есть. Не замужняя, но мамочка. Ну и молодец. Зачем вообще эти мужики нужны? Мария Семеновна, нужны. Хватит уже играться. Поехали. Да не вопрос. Присаживайтесь. Спасибо. Вась, да время для пробежек позднее.
самый раз! Помощь нужна? Да. Я ищу подарок для моей мамы. Ей очень нравится ваш магазин. Но денег у меня немного. Да и цены у вас высокие. А сколько у тебя денег? Давай подберем что-нибудь. Сейчас. Держи. А, ну вот, смотри. На нее хватит. Спасибо, но вещь должна быть полезной, а не просто. Да. Вот это зеркальце. Вот оно было бы идеально. Это? Угу. Только мне не хватает. Вы можете его отложить? Я через пару дней докоплю и вернусь за ним. А знаешь что? У меня есть карточка. Скидка сотрудника магазина. С этой скидкой тебе денег хватит. Серьезно? Спасибо. Упаковываем? Угу. Нет, чувак, ты его разбил. Ты меня толкнула. А у тебя руки дырявые. А ты вообще не смотрела, куда ты бежишь. Каждый должен смотреть за себя. Я год на него копил. Ну что, на зеркало? Ты что, девчонка? Сама ты девчонка. Я девчонка? Это ты девчонка. Еще заплачу, возьми, бедненькие несчастники зеркальце разбили. Дура, это был подарок для мамы. Вот они. Надо смываться. Побежали! Ты сказал, для мамы? Для твоей? Ну, не для твоей же. Моя мама умерла. Извини, пожалуйста. Забей. Откуда тебе было знать? Никита. Вася. Слушай, ты не парься. Деньги за зеркало я дам. Просто сегодня все карманы истратила. Ну что, Вася? Сама сядешь в машину, или я усажу тебя силой? Слушай, а поехали ко мне. Папа вернется с работы и отдаст тебе деньги. Где тачка-то? Это не он. Кто, папа? Не, это мой водила. Водила? Да, Сереж, в Миллионниках большая площадка. Плюс клуб. И Рима просила добавить в ее райдер-спа. Ну, ты же знаешь Риму. А, пока. Чего тебе? А, у тебя бронь на главную студию не снята, а мне завтра записываться. Ну, если бронь стоит, значит, студия мне нужна. Зачем?
Рима недавно записала свой новый альбом, так что я думаю, что в ближайшие пару лет студия тебе точно не понадобится. Ну, это мне решать, понадобится или нет. Надо было бронировать вовремя. Так, Вадим, мне нужна эта студия. И именно завтра я точно знаю, что ты там ничего не записываешь. Так что просто сними эту чертову бронь и все. Откуда ты все обо мне знаешь, Дарья? Шпионишь за мной? А здесь не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, если у твоей Римы завтра фотосессия, о которой уже гудит весь офис, то в это время в студии она быть, ну, никак не может. А может, я записываю кого-то другого? Да. А у тебя нет больше никого. Хотя я бы на твоем месте искала бы новых звезд, открывала новые таланты, а не зацикливалась бы на одной. Ах, вот оно в чем дело. Ты хотела бы быть на моем месте. Что? У тебя нет проектов масштаба Римы, и ты просто не в состоянии создать такую звезду. И поэтому возишься вот это с однодневками. А зато не я все потеряю, если моя единственная звезда от меня сбежит. Отмени бронь, Вадим. Серега, да? Почему у нас бронь стоит на главной студии? Мы же альбом записали. Так мы ремиксы планировали писать. Нет, это после тура. А, простите, это я напутал. Снять? Сними, а то Дарья меня сожрет. Хорошо, Вадим Александрович. Сереж, а ты прослушиваешь записи начинающих артистов? Нет, вы же с тех пор как... С тех пор как что? С тех пор, как ваша жена погибла, вы перестали прослушивать. Да, тяжелое было время, но... Сереж, нам надо возобновить поиск талантов. Прослушай все приходящие записи и потом не отчитаешься. Сейчас начну. Но на первом месте у нас Рима и ее нужды. Убедись, что для тура все готово, и отчет по продаже билетов должен быть вечером у меня на столе. Будет сделано, босс. Да, и тут еще ваша дочь не могла вам дозвониться. Говорит, что какому-то чуваку надо деньги отдать. Я ничего не понял. Спасибо, я разберусь. Да все пучком, пап. Просто немного на бабки попало. Да, надо вернуть. Да чувак здесь, сейчас. Ну, конечно, моего возраста. Блин, репетитор уже пришел. Да сейчас пойду, ты только приезжай быстрее. Потому что чувак живет далеко, ему еще домой ехать надо, да. Здравствуй, Василиса. Здрасте. Окей, давай. Извините, а можно я что-нибудь сыграю? А ты умеешь? Ну, я учусь. Пусть играет. Ну, пожалуйста. Я никогда за таким не сидел. Отлично играет, правда? Замечательно. А пусть поиграет ближайшие 45 минут, а мы понаблюдаем. Уверена, я научусь у него многому новому. Вот хитрюга. Римусь, я не смогу сегодня с тобой поужинать. Как? Ну, я уже здесь. Мне срочно нужно домой. Опять Вася? Да. Ладно, ничего страшного. Ребенок должен быть на первом месте. Рим, мне с тобой безумно повезло. Ужин я компенсирую. Давай. Не сомневаюсь. Я звезда. Звезда. А вынуждена терпеть эту мелкую заразу. Я не понимаю, почему бы тебе не обнародовать ваши отношения в прессе? Ему просто потом некуда будет деваться. Вадим мне просто этого не простит. Ой, подуется и перестанет. Да бог его знает. Я не могу так рисковать. Придется еще подождать немного. Смотри, пока ты ждешь... Другие думают, что он доступен.
Ты вообще знала, что Вадим входит в десятку завидных холостяков? Еще бы. Так, сейчас мой ход. Раз, два, три, четыре, пять. О, ты попала в тюрьму. Ну, у меня там связи, это ерунда. Могу выйти, когда хочу. Васька, хватит жульничать. Будешь сидеть в тюрьме столько, сколько потребуется. Ой, пап. Пап, это Никита, Никита, это папа. Рад знакомству. Очень приятно. Ну что, только начали играть? Да. Васька, а почему у тебя денег в 10 раз больше, чем у Никиты? Ну, я же банкир, могу брать сколько хочу. Нет, на старте суммы должны быть одинаковые. А ты почему позволяешь себя обманывать? Да я в первый раз играю, вроде все по правилам. Ага, и правила тебе, конечно, рассказала Васька. Ладно, теперь банкиром буду я. Васька, двигайся. Ну что ж, ребятки, правила игры такие. Наконец-то закончили. Ой, не говори. Маленькие радости нашей адской работы. В супермаркет можешь неделю не ходить. Держи. Ой. Ой, какие тяжелые. Спасибо большое, Мария Семеновна. Тебе спасибо. Ты нам сегодня очень помогла. Да, мам. Арина, ну, он собирался в магазин идти. А я задремала. Книжку читала. Задремала. Проснулась, а его нигде нет. Я и туда, и там его искала, и звонила. А он трубку не берет. Арина, вдруг что-нибудь случилось. Мам, ты главное, не переживай. Все будет хорошо, да, я разберусь. Я жду звонка. Давай. Арина. Что случилось? У меня сын пропал. Как пропал? Дома его нет. На звонки не отвечает. Это на него совсем не похоже. Значит так. Сейчас паниковать самое последнее дело. Ты продолжай звонить, а мы сейчас собираемся и идем в полицию. Да. Алло, Никитушка, ты где? Здравствуйте. Вы, наверное, Арина. Где Никита? Туда. Так что... Ой, Никита! Никита! Мам! Никит, Никита, Никитушка. Мам, прости, пожалуйста. Родной мой, ничего страшного. Главное, что с тобой все в порядке. Вы простите, что так долго задержали Никиту. Меня зовут Вадим, это маленькая бандитка, моя дочь Васька. Вашего сына похитила она, я тут ни при чем. Арина, очень приятно. Ах, вы простите, что я так ворвалась, просто... У вас очень красивый дом. Спасибо. А хотите чаю с пирогом? Нет, спасибо. Мы поедем. Нам еще далеко добираться. Да и Никите завтра рано утром в школу, да? Угу. Пап, давай их подвезем. Давай. Нет, нет, спасибо, что вы. Мы сами доберемся, отличная правда. Отличная идея. Заодно проветримся. Идемте. Будите сына. Я пойду ваши продукты из багажника достану. Хорошо. Никита, пора просыпаться, мы приехали. Никитушка, давай, мам, вставай. Мам, не уходи. Пожалуйста, простите. Ничего страшного. Никит, пойдем.
свидания. Сейчас уже придем домой, Никит. Спасибо вам большое. Мы бы без вас очень долго добирались. Давайте пакеты. Ну, вы лучше подъезд откройте. Я вам эти кирпичи до квартиры донесу. Да нет, что вы, давайте. Доставайте ключ. Ах, да. Открывайте. Простите. Вот. Открывайте. А, да. Ой. Простите. Я, простите, пожалуйста. Бывает. Все нормально. Заходите. Очень нужны для его мамы. Успокойся, дочь. Давай скинем им на карточку. Какая карточка? Я даже номера телефона у них не взяла. Ну, к счастью, мы знаем их адрес. Ну так поехали. Нет, мы для начала позавтракаем, а потом поедем. Давай, присаживайся. Это для Никиты. Спасибо, но мы не нуждаемся. Пап, ты все неправильно понял. Пойдем. Подожди, мы должны Никите деньги за разбитую вещь, правильно? Нет, все немного не так. А как? Никит. Привет, Никитос, как дела? Объясни, что это за разбитая вещь, что за деньги? Папа, опять ты! Никита, подожди! Никит! Подождите. Это явно какие-то их дела. Пусть сами разбираются. Никит! Ну, Никита, ну подожди! Никита! Никит! Все-таки испортила сюрприз. Ну, прости, что так получилось. Это папа, как всегда, протупил. Ладно, что сделано, то сделано. Знаешь, мама у тебя классная. Да? Да, мне она сразу понравилась. Напомнила мне мою маму. Такая же добрая. А я своего отца никогда не видел. Он умер до моего рождения. Но я всегда представлял его таким, как твой папа. Вот один в один. Слушай, а давай их поженим? Тогда у меня будет мама, у тебя будет папа. Договорились!